Здравствуйте! Сегодня ваше внимание представляю автомат укупорочный модель МЗ400Е2 с пневмоприводом. Пневматика в данной машине используется только для поднятия подстаканника, то есть самой бутылки. Расход по воздуху очень маленький. Данная машина укупоривает как 250, так и 450 мл, как в данном виде. Также можем изготовить и сотку, и 150 мл. Давайте, пожалуй, начнем, и я вам продемонстрирую, как данная машина работает. У машины также есть частотный преобразователь, с помощью которого вы можете регулировать ее скорость вращения. В случае необходимости есть секторный стоп. Продолжаем. Замена подстаканника происходит очень легко.